Доброе утро, студия! Доброе утро, дорогие телезрители! Потеет у нас объектив от того, что в парилке уже плюс 40. Я напомню, что мы сегодня в гостях у бани, в бане Евгения, главного банщика Сибири. И наша модель уже размарена, готова для первой процедуры. Я пропустил, девочки, вперед, как обычно. Вот, у меня... Видите, в корпоративных цветах одеяния, буквально с Филиппа Киркорова снял. Вот. Но не будем об эстраде. Нам сейчас Евгений расскажет о стандартной технике парения. Евгений, вам слово. Начинается наш заход в парную всегда с пассивного разогрева без веников. Гость у нас уже погрелся, и сейчас мы начинаем легкое парение. Веничками поддаем немножко пару. Использовать мы будем веники березовые и легкими. Так это молодая береза или... Да, венички связаны из молодой березы, потому что они очень сочные, веточки, листочки очень сочные. Но елью вы не рекомендуете париться. Вот просто наши модели. Кто-то парится елью, кто-то парится пихтой. Но опять же, если вы любите этим заниматься, то, пожалуйста, парьтесь. Вреда точно не будет. Познакомили обмахивающими движениями с паром гостя. И вот такими вот легкими-легкими прикосновениями мы знакомим гостя с веничками. Еще не рекомендуете вы, как специалист в этой области, ходить с алкоголем в бане? Абсолютно верно. Алкоголь в бане неприемлем. Либо можно взять немножко пива, разбавить его в воде и на каменочку, да, поддать, чтобы был запах такой хлебный. А еще вот Томасина, двоечница, наша модель, пришла сегодня в макияже. Вот, совершенно неверно она сделала. Всегда перед заходом в парную нужно снимать макияж и нужно обязательно смывать с себя все косметические средства, духи. Если вы вдруг набрызгались и пошли в баню, как будто бы на свидание, ножки поднимаем. Потому что в бане достаточно нам ароматов природных, веничков, трав, а косметика ни в коем случае не должна перебивать эти ароматы и не должна мешать. Турецкие бани говорят, со свежезаваренным кофе можно принимать, а у нас в России можно попрактиковать такое, чтобы на камне кофе цвет? Честно, я не лил. Вообще лить на каменку что-то масляное, какое-то масло и какие-то настои не очень-то я бы рекомендовал, потому что они всегда равно остаются на камнях, какая-то часть их испаряется, а в основном они остаются на камне и потом горят. Вот. И вызывая неприятный, уже запах очень-очень горький и неприятный. А Евгений продолжает парить по стандартной схеме парения, начиная с ног, потом пойдем на спину, да? Да, вот мы уже потихонечку поднимаемся. Вот, спанный день может длиться до 12 часов, у нас есть просто экспресс-курс, утренний, бодрый, чтобы встретить рабочую неделю.